Вот сегодня у нас 17 декабря. На улице еще маленько не расцветало. 18-й год. Снег идет, пушинки падают. И везде-везде по улице стоят люди, радуются. Белый-белый снег. А Юлию, которые люди в южных странах, они разве каждый день такое видят? Редко уже у них, наверное, там. Хотя природа сейчас и меняется где-то. Вот сейчас только здесь инвалиды, все тут. Пенсионеры, все возятся с чашками. Даже вот гляжу, там большое предприятие, и там вот они уже, огни горят. А дворник, сейчас я был здесь, вот этот, прошел я тут с лопатой, Володя подкинул, а я лопатой немножко сбоку тут, так это сбоку прибыло. Ну, заваленку сделали, чтобы под окнами теплее было. Вон там какая горка. Это мусорные ящики он там накидал. Дворник, я подошел сюда. Машина. Вот по-своему. Интересный этот сюжет. Вот Володя тут старается. Возит. А выбрасывает, вытягивает снег на дорогу, сталкивает его. А потом пойдет такой специальный грейдер. А бывает иногда и с огромным таким захватывает кашнек и выбрасывает далеко в сторону. Вот свет уже везде гасится. Вот на дорогу вылези, а вон машина грейдер, она тогда дальше отбросит. Володя, куда тут? Маленечко с дороги, чтобы самим проехать было. Но у него-то с дороги сталкивают, а остальные прямо на дорогу. И он пройдет. Машин таких много в городе, назначено в каждом районе. А это они уже давненько тут не чистили. А? Давненько что-то не чистили у нас. Ну, не знаю, почему тут. Обычно-то они подходят вовремя. Ну, вроде чистят, а вот в этом году что-то я ни разу уже не видел. Ну, все равно дорога чистая довольно. Это на как? Они рано проходят туда, где-то часа в 4 начинаются. А вон там далеко, видать. Если бы, Игнать Ильич, они проходили, здесь бы у нас вал был бы. Ну а да. В этом году ни разу не было такого вала. Ну, значит, так не было. Вот, да. Я тут подошел с этой стороны, вот какой гробарка этой лопаты покидал. В одно удовольствие. Вот сейчас я иду, и попутно левой рукой нагребается снег. Вот, в тупик, и теперь вот растет наш цветок. А цветок этот кустик очень хороший, миндальный куст. Вот его засыпаем. А тут яблонька у нас, ранетка. А тут, вон видно на дереве, огонечек горит. Вот береза и елка, огромная елка. Это мы не садили, это все мне досталось. Шел суд, 11 лет. Государство мне за когда посадили, все конфисковали. 15 магнитофонов, пленки. По государственным расценкам, сколько я насчитал, оказалось у них на 11,5 миллиардов рублей, те недоминированные. 11 лет шел суд, и Господь сделал так, что признаны были они виновными, и вынес решение расплатиться. А расплатиться нечем. Вот эти вот два дома дали недвижимостью. Мы очень довольны. Вот показать, как, я не знаю, снег-то видно, нет, будет падать. Порадоваться. Володя пошел, видно, с золой. Попутно смотрел. Золу вынес. Ага. Я хотел вынести. Ну ладно. Еще не расцветало, так полусумерки. А кошек-то кормил уже? Нет еще. Вот при входе в храм у нас тут надписи есть. Ну, не видно их, наверное, будет. Не видно. Крест, видите, никаких набалдажников, утолщений у конца креста не надо. Вот такой должен быть ровный. Ну все, пока.